Здравствуйте, друзья! Сегодня в центре нашего внимания экзотичный фрукт киви. Киви – красочный гость на рынках и в супермаркетах, особенно осенью и зимой. Это плод древовидной лианы актинидии, чьей исторической родиной является Китай. По этой причине его порой называют китайским крыжовником. Но в Европу киви завезли из Новой Зеландии. Именно там 120 лет назад научились выводить культивированные сорта продукта, отличающиеся более крупной массой по сравнению со своим диким собратом. Кстати, свое название фрукт получил именно в Новой Зеландии. Киви называют маленькую птичку, которая является практически символом страны и изображается даже на монетах. Киви – это многолетнее, древовидное, вьющееся растение, напоминает лианы. Листья покрыты с нижней стороны мягкими волосками и в зависимости от сорта овальной, сердцевидной или вытянутой формы. Цветки диаметром до 5 см, издают приятный интенсивный аромат, растут по отдельности или собраны в соцветия. Плоды – сочная ягода, покрытая слегка волосистой коричневатой кожицей, под которой скрывается вкусная и ароматная мякоть. Кожица грубоватая, в пищу почти не используется. Мякоть плода обычно зеленая или желтая. Семена у киви очень мелкие и многочисленные, они не ощущаются при еде, поэтому удалять их при чистке этого фрукта нет никакой необходимости. Плоды овальной формы, размером чуть крупнее куриного яйца, массой до 100-150 граммов. Трудно переоценить пользу киви для здоровья человека. А всего лишь столетия назад люди в большинстве своем и не знали о существовании необычного волосатого плода киви. Культивируемое в Китае растение относительно недавно распространилось по миру и завоевало заслуженное признание. При должном уходе киви возможно вырастить даже в домашних условиях. Киви – один из наиболее полезных экзотических фруктов, который так пришелся по вкусу многим. Вкус киви описать невозможно. Но попробуйте сами. На что он похож? Смесь ананаса, крыжовника, банана, дыни, яблока и черешни. А одним словом, получилось? Нет, не получается весь этот спектр объединить. У него свой, оригинальный вкус. В настоящее время выращиванием фрукта занимается ряд стран. Италия, Новая Зеландия, Греция и Чили. В летнее время года киви выращивают и в России, в Краснодарском крае. Самыми сочными и вкусными фруктами считаются экземпляры, импортированные с Новой Зеландии и Греции. О пользе киви теперь стали задумываться серьезно. Хотя кто-то просто считает его достаточно вкусным, а кто-то и пренебрегает. Киви – удивительный фрукт, а точнее ягода. Содержание в нем витаминов, минералов и кислот огромно. Собраны они настолько гармонично, что вполне возможно его употребление при очень-очень многих заболеваниях. Оригинальные плоды киви очень высоко ценятся за великолепный вкус, изысканный аромат, повышенное содержание витаминов, отличную транспортабельность и способность к длительному хранению в течение нескольких месяцев. Небольшой и неприглядный на вид фрукт способен приносить огромную пользу для здоровья и защитить человека от множества болезней. За необычным видом киви скрывается целая сокровищница полезных витаминов. Витамин А, витамин С, Е1, В2, В3, В6, В9, Е и минералов, кальций, калий, магний, фосфор, цинк, железо, марганец, алюминий. Немало в киви и клетчатке, фруктозы и глюкозы, при этом плоды киви низкокалорийные. Всего один фрукт в день покрывает суточную норму витамина С. Как правильно едят киви? Киви можно есть без кожуры или с кожурой. В кожуре киви есть много антиоксидантов, поэтому рекомендуется есть киви прямо с кожурой. Конечно, перед этим следует сбрить волоски приспособлением для чистки овощей или ножом. В 100 граммах киви содержится всего 48 килокалорий, что делает его одним из самых низкокалорийных продуктов, прописываемых во всех диетах. Полезные свойства киви. Положительное влияние киви на человеческий организм зависит от состава. Гордостью фрукта можно назвать витамин С. Разве существует лучшая защита от негативного воздействия окружающей среды, чем крепкий иммунитет? А про него заботится именно этот витамин. Регулярный прием киви способствует профилактике заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Особое внимание стоит уделить веществам, которые способствуют расщеплению белка, что в свою очередь улучшает работу организма в целом. О работе пищеварительного тракта заботятся дубильные вещества. Они оказывают противовоспалительное действие, защищают слизистые, заживляют ранки и язвочки. В киви присутствует магний, который снимает мышечные спазмы и напряжение, а также борется со стрессами. Для людей, страдающих диабетом, киви – один из фруктов, которые можно есть. Сахара в фрукте почти нет, поэтому киви главенствует во многих диабетических диетах.
В составе киви обнаружены натуральные антиоксиданты, которые, по мнению специалистов, помогают в профилактике и борьбе с раковыми заболеваниями. Киви обладает чудесными свойствами для сохранения молодости кожи. Витамин Е, входящий в состав киви, недаром считается витамином красоты. Благодаря ему замедляются процессы старения, кожа возвращается свежесть и цветущий вид. Широко распространены и активно применяются маски-пилинги из киви. Мякоть этого фрукта обладает отличным отшелушивающим действием и, что немаловажно, не травмирует нежную и чувствительную кожу. Киви будет неплохим помощником и в лечении ожирения, причем применяется он на различных стадиях этого заболевания. Также врачи рекомендуют есть киви во время гинекологических заболеваний и при климаксе. Хорошо отражается киви в ежедневном рационе и на состоянии костей. Происходит это благодаря фосфору, который, кроме укрепления скелета, восстановления эластичности соединительных тканей, помогает нормализовать и обменные процессы, приводит в порядок почки. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в киви, укрепляют сердце и способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Киви помогает лечиться от болезней органов дыхательных путей. Кожура киви, по мнению ученых, обладает антисептическими свойствами, может помочь при дисбактериозе. Считается, что благодаря кожуре киви уничтожаются такие микробы, как стафилококк и кишечная палочка. Благодаря своим питательным веществам, киви невозможно сравнить с другими фруктами не только по описанию вкусовых рецепторов, но и количеству витаминов. К примеру, во фрукте содержится на 20% больше витамина С, чем в лимоне. А кальций превышает показатели в 6 раз. В сравнении с бананом. Помимо того, что киви едят в свежем виде, из плодов варят варенье, добавляют в салаты, пироги, джемы, мармелад, желе и другие десерты. В среднем принято есть порядка 2-3 ягод киви в день. Употреблять киви лучше после обеда. Вред и противопоказания. Киви действительно очень полезный и питательный фрукт. Но, однако, не следует забывать, что существуют и противопоказания к употреблению ягоды. Воздержаться следует людям, страдающим повышенной кислотностью желудочного сока, частой диареей, склонностью к аллергическим реакциям, гипотонией, язвой желудка и гастритом в фазе обострения. Необходимо отметить, что противопоказания относятся в основном к потреблению свежих плодов. В некоторых блюдах ягода присутствует в малых количествах в тушеном или запеченном виде. В таком виде ее можно есть всем, за исключением тех, у кого резко выражены аллергические реакции. В сегодняшней жизни человек подвергается значимому количеству напряжений. Его организм нуждается в дополнительных витаминах и полезных элементах. Лучшего источника питательных компонентов, чем киви, тяжело найти. Кушайте киви и другие полезные продукты с удовольствием. И помните, что здоровый образ жизни складывается не только из правильного питания, но и из физической активности, соблюдения правил гигиены и других составляющих. На этом у меня все. Желаю всем крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки, дизлайки и комментировать. Всем спасибо, до новых встреч!